Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. Давайте приступим к видеоуроку. В этом видеоуроке я хочу рассказать вам про один очень полезный плагин. Он простенький, но очень сильно может упростить вам работу. Зайдем в менеджер расширений, введем CSS Fear, установим данный плагин. И давайте я вам продемонстрирую, как он работает. Создадим любую структурку, будем естественно использовать наш плагин Emmet, с которым мы разбирались ранее, div с классом main, внутри него div с классом text, создадим еще один тег p с идентификатором button1, и внутри него ссылку а с классом link. Нажимаем tab, у нас создается вот такая вот структура. Теперь мы просто копируем весь этот код, заходим в файл css и вставляем его. И мы видим, что у нас вставились именно классы и идентификаторы, которые мы можем просто редактировать. Теперь мы можем здесь вводить нужные нам стили, и нам не придется писать каждый класс вручную, который мы использовали в нашем документе, для того, чтобы задать стили. Тем более, если вы сначала создали примерную структуру файла, написали все теги с классами, а потом решили заняться стилями. А так вы просто можете скопировать весь документ, вставить его в CSS, и у вас создастся базовая структура стилей, которую вы можете в дальнейшем заполнять. Я считаю, что это очень удобный плагин, и рекомендую вам всем его использовать. До новых встреч в следующих видео. Не забывайте также подписываться на канал, ставьте лайки этому видео, пишите комментарии. И переходите к следующему видеоуроку. Спасибо за внимание и до новых встреч!